Итак, ну, в общем, последовательность выращивания туй и наблюдение за ними. В общем, напросился один из вопросов. Тепличка, но она у меня была абсолютно герметична. Тем самым повлекло за собой это прелость наших зеленых веточек. То есть получается, что нужно сделать эту тепличку вентилируемой. И в итоге я проделал отверстие в пленке пальцем. Ну, элементарно, без всякого. Тем самым достиг вентилируемости. Немного проветрив, закрываю и начинаю продолжать наблюдать заново. Потому что процент